Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня мы с вами рассмотрим такой телефон, как Mi Note 10, который появился на рынке в продаже. Вы можете его увидеть и пощупать. Ну, давайте переключимся на официальный сайт Mi и посмотрим этот телефон поближе. Переключаемся. Итак, мы сейчас с вами на официальном сайте и смотрим телефоны Mi Note 10. Классная тема. Впервые в мире 5 видеокамер. Не 3 видеокамеры, а 5. Офигенно. Смотрите. 108 мегапикселей. И всего 40 тысяч рублей. Если сравнить с айфоном, то вы помните, что там цена на 3 камеры в iPhone 11 где-то в районе 80 тысяч. Давайте посмотрим поподробнее. Что же это такое? Классный AMOLED дисплей. 6,47 дюймов. Система 5 камер. Основная камера 108 мегапикселей. Ну круто. У меня Mi 8. И здесь 2 камеры. Качество снимков отличное. Надо 100% проверить. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Ну это понятно. Классно. 30-ваттное зарядное устройство включено в комплект поставки. Ну отлично. Аккумулятор. Мощный аккумулятор. 5260 миллиампер в час. Классно. NFC. Ну, чтобы вы могли платить, да? Давайте посмотрим ниже. Итак, 5 камер. Телефотокамера 5 мегапикселей. 10-кратный гибридный зум. 50-кратный цифровой зум. Диафрагма отличная. Портретная камера 12 мегапикселей. 2-кратный оптический зум. Смотрите, как классно. Так, камера 108 мегапикселей. Со сверхвысоким разрешением. Вот это круто. Следующая камера. Сверхширокоугольная камера 20 мегапикселей. Макрокамера 2 мегапикселя. Фотографируйте с макрозумом. То есть каждая камера на свою цель. Для обычной фото, для портрета, для сверхвысокого разрешения, для широкоугольной съемки. И макрокамера, чтобы вы могли снять маленькие какие-нибудь объекты, приблизив это очень близко телефон, да? Классно. Невероятная четкость, красота. И вот примеры этих камер, да? 108 мегапикселей, 5 мегапикселей. Круто. 12 мегапикселей для портретов. Сверхширокоугольная камера 20 мегапикселей, когда у вас влазит дополнительное изображение слева и справа. Получается такое широкое изображение. Максимальное макро. Ну круто. Красота. Нужно это взять. Режим видеоблогов. Ночной режим. Круто. Давайте посмотрим. Ночной режим. Хорошая цветопередача. Фронтальная камера 32 мегапикселя. Ну, селфи будет, конечно, классная. Супер дисплей HDR10, FHD, четкое изображение, режим чтения, красота. Надо все это попробовать. Емкий аккумулятор и быстрая зарядка. Ну, Xiaomi быстро всегда заряжается. Очень классно. Смотрите, какой процессор, да? Snapdragon 730G. Отлично. Просто красота. И цена по сравнению с Apple, конечно же, ниже. NFC, понятно, что мы можем с вами платить телефоном. Инфракрасный датчик управлять можем телеками. Ну и теми устройствами, где есть инфракрасный приемник. 3,5 разъем для наушников. USB Type-C. То есть такой и такой. Так, давайте характеристики посмотрим. Процессор 8-ядерный, отлично, классная частота. Встроенная память ЗУ, две модели, Pro и не Pro, 6 гигабайт и 8 гигабайт. Ну, 6 гигабайт обычно хватает для максимального количества задач. 8 гигабайт, это, конечно, круто, оперативки, но пока еще не встречал, чтобы кто-то их заполнил до конца. Ну, если есть возможность, берите, конечно, 8 гигабайт, будет максимум. Встроенная память всего 256 гигабайт. У меня, кстати, вот на этом Mi 8 256 гигабайт. Я запомнил ее где-то на процентов 70.
Система 5 камер с искусственным интеллектом. Вот они. 108 мегапикселей, самсунговская камера. Портретная камера 12 мегапикселей. Сверхширокоугольная камера 20 мегапикселей. И телефотокамера 5 мегапикселей. Ну и, конечно же, макрокамера на 2 мегапикселя. Круто. Просто круто. Особенно вот это разрешение. Смотрите, 12 тысяч на 9 тысяч пикселей. А видео 3840 на 2160 пикселей. Отлично. Так. Селфи-камера 32 мегапикселя. Просто крутая вещь. Хороший мощный дисплей. MIUI 11. Ну и всякие плюшки, да. Беспроводная печать, набор инструментов, ускорение игр. Классный аккумулятор. Так, 4G. Отлично. Все то, что нужно. Все в одном устройстве. Громкость, кнопка питания, слот для сим-карт, Type-C, разъем для наушников. Навигация, позиционирование. Смотрите, все есть, то, что нам надо. Звук, мультимедиа, все поддерживает. Все. Отличный телефон. Мне очень нравится телефон от фирмы Xiaomi. Классная продукция, классные телефоны. Надо попробовать ее вживую. Спасибо.